Hey, yo, guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Guacamole 2. Как вы помните, первая часть у нас закончилась на том, что мы победили Калака, его демоническую версию, и... Ну, там было, типа, две концовки. И в одной, и во второй, типа, нас, кажется, засосало в какой-то портал. Это, кажется, в плохой, да, концовке? Ну, хотя и той, типа... Мы спасли... Ну, в одной мы спасли девчонку, во второй мы не спасли. Ну, давайте посмотрим, что они придумали на этот раз. Я немножечко с настроечками побаловался, поэтому теперь должно быть... ну, музыка более-менее меня тоже должно быть слышно. Все стандартно, все как обычно. Домик Хуана изменился немножко, появились новые эмблемчики. Ну... По текстурам пока что я не сказал, что что-то изменилось. Ладно, давайте. Пусто. Previamente en Guacamole. Oh my god! Хуан, сюда. Калака схватил Люпиту. Так, подожди, мы что-то ваше победили, разве нет? Он собирался объединить миры живых и мертвых. Даже быть в самом расцвете сил тебе пришлось бы нелегко. Не переживай, Хуан, у тебя все получится. Почему здесь тигр? Так, давайте сразу смотреть, что у нас изменилось. Изменилось у нас интерфейс наверху. Теперь у нас... так, что у нас есть? Ага, понял. Кнопки поменялись немного. Ну, смотрите, у нас все опоставалось. Да, а ну-ка. Ага, теперь у нас, ребята, и одна, и вторая кнопка переключается. Помните, мы тогда, когда переключались, а у нас был темный силуэт, теперь этого нету. О, бег остался. И теперь полет синего цвета стал. Чего же ты медлишь? Время не ждет. В прошлом у нас с тобой были разногласия, но я верю в тебя, Омега. Дерись как зверь. Так мы же его же победили. Он же погиб, разве нет? Знаете, кнопки здесь перепутаны. Хуан! Да как ты смеешь мешать мне такой момент? Твои слова пусты, как и твоя душа. Какой толк человечеству от такого спасителя? Что такое лучадор? Жалкая куча секретов? Но довольно разговоров. Защищайся. Подожди, он такой же будет, как и тогда? Лучадор, повезло тебе, что я потратил все свои силы на ритуал. И все же ты опоздал. Да, восстанет черное солнце. Узри сление жизни и смерти. Начало нового мирного порядка. Моего порядка. Ну, я думал, типа, ему хотя бы оставить то, что было. Типа, его способность... в черной обличье быть. Ха-ха-ха. Сила. Я чувствую, как она бурлит во мне. Трепещи. Ибо я Калака. Повелитель мира живых и мертвых. А теперь склонись перед моей властью. А, я думаю, чего-то тут не хватает. А, ворот, вот. Ворота теперь на shift. <с
Давать неудобно. Не, на самом деле вообще неудобно. Shift перекат. И в курицу не могу превращаться теперь почему-то. Ну, вот, допустим, Shift. Тогда у нас было А, это способность, да? А теперь А, это просто так. Короче, они сместили все клавиши вниз. Ну, типа наверх, наоборот. А, то есть мы все-таки истинную концовку получили с маской, которая... Ну да, так, в принципе, все и было. В первой части. На хорошую концовку, когда мы выиграли. Интересно, тут тоже будет много пасхалок, отсылок? Ох, он вообще теперь потолстел. О, у него есть теперь дети. Пап, ты опять разглядываешь свои картинки? Давай поиграем. Стой, точно, если мы маску, подождите, маска исчезла, значит мы и способности потеряли, так? Мышка осталась, хорошо. Так, что по карте? Давайте смотреть, у нас также остались сердечки, черепочки изменились, да и сердца изменились. Так, это у нас карта, да? Не использовано, не использовано. Это способности? Непонятно, кто это. Это, скорее всего, факел. Ребята, факел. То, что он же в такой же стойке стоит и все такое. Какой-то медведь, петух и крокодил-шаман. Ну ладно. Разберемся, думаю. Но пока что пасхалок я не вижу именно здесь. Ну вот, окей, появилась пасхалка, это тут же монстрик, если вы помните. Книги, фоточки. Радость моя, ты не знаешь, где дети? Хи-хи-хи. А значит, мне придется самой съесть все мороженое. Наверное, думают, что я шучу. И она на самом деле пошла есть мороженое. А я ведь и вправду могу съесть его. Все целиком. Кому так? Мне, мне! Они почти готовы. Экспрессаху Хуанита. А ну слезьте со стола. Ой-ой, у нас закончились авокадо. Наш папуля, видимо, все съел. Хуан, рынок наверняка еще открыт, можешь сходить за авокадо? А то мне нужно дописывать диплом. Диплом? Какой диплом? Так, поле агавы. Банки, 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 банки. Ну я вижу, тут полностью все паутиной заросло. Сначала сюда. Нет, и много, немного я вижу, изменились текстуры. Теперь они стали не однотонные. Освещение изменилось.
пока что карта такая же, как и была. Немного стало более детализировано, ну, частично, знаете, такое слабо, но видно, типа освещение, вот это оттенки. Поеблучо. Почему оно все в пикселях было? Ой, как-то так неплавно все. Это же наш герой Хуан. Никогда не устану благодарить тебя за наше спасение в первой части. Ох, сейчас бы поломать стены четвертые. Забегай как-нибудь в мой ресторанчик. Приглашаю, угощу тебя по чуну. Но только не сегодня. Блин, неудобно немного управление. У меня даже двойного прыжка... А, нет, ладно, я смогу допрыгнуть. Чудеса какие-то. Уж сколько вяжу, а конца края все не видно. Почему у меня единичка? Я один играю. Хуан, рада видеть тебя в добром здравии. Люпата за тебя очень переживает. Береги свою семью и заходи ко мне в гости на ужин. У нас такие кукурузные... Так... У вас так... Таким кукурузным супом угощу, а... Закачайтесь. Подожди, это мы, получается? Я не помню тогда, голова Калаки тоже была? Теперь голова Калаки тут. О, Хуан. Наш старый герой вышел из спячки. Я уж и забыл, что ты побега... Так, бегать умеешь. Как твоя семья? Авокадо? Тогда поспеши. Я видел, как брат... Я болтал с торговцем. По-моему, он был голоден, как волк. Кажется, только вчера мы с тобой враждовали, и Калака был повержен. Но все меняется, амиго. В наших краях нынче не часто встречаешь Лучадора. Смотрю, ты до сих пор с гордостью носишь этот пояс, хотя столько лет прошло. Интересно, сколько прошло? Этот дом мне очень дорог. Я бы построил мой супер-пупер... Мупер-дупер хороший предох... Прехороший луч... Лучший... Прелучший... Самый замечательный на свете друг... Гектор. Разрушенный особняк вон там. Но туда пока нельзя. Ну да ладно. Привет, Хон. Какие судьбами? Авокадо? Прости, нету. У брата-монаха могло что-то остаться, он в церкви. Попробуй выпросить у него, вдруг получится. Так она стала жильцами жить? Эй, Хон, ты, кажется, хотел купить авокадо? Погляди, прямо с церковью. Их там продают. Рядом с церковью. Так, сходим сейчас туда. А хочешь еще раз все это повторю? А, нет, я думаю, о чем она. Потом я вспомнил, о чем она. Здравствуй, герой, спасибо за еще один мирный день в нашем чудесном городе. Хуан, ищешь авокадо? И сегодня, брат, я всех скупил. Уж прости. А надевайся... Так, а наведайся к нему в церковь. Снова обучение к дракам. Хуан, ты за авокадо пришел? Еще сегодня утром была полная бочка, но что-то она уже опустела. Давай-ка так, ты избавишь меня от этой пустой бочки, а я поделюсь с тобой парочкой плодов из личных запасов. Без проблем. Она уже трещит. Еще чуть-чуть, герой. Прости, я думал, будет проще. Вот, держи. Проклятие, что это было? Хуан, не мог бы ты посмотреть, что там творится? Не, ну у нас, конечно, живочек очень сильно вырос, я смотрю. Тут появились какие-то странные черные штуковины. О, нет. Типа разломы? Хуан,
на городской статуе тоже такая же черная штуковина. Скелеты? Хуан, спаси нас! Хуан! Ох, уж эти скелеты, как здорово, что я тебя нашел. Скорее, нам скоро нужно попасть в темнейшие измерения. Миксивельской в серьезной опасности. А, Миксивселенная. Прошу, нет времени объяснять, прыгай в портал. Встретимся на той стороне. Думаю, тебе нужно идти. Похоже, и мы вправду нужна твоя помощь. С нами все будет хорошо. Папа, как ты это скелета уделал? Захвати мне зверька Альбрихи, пап. Хуан, будь осторожен. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, это отсылка на очень старое телешоу. Темная деревенька. Это отсылка, ребят, на... О, нет, это совсем не то, что нужно. Наверное, мы просто еще не подошли, потому что тут такое чистилище. И уж явно не темнейшее измерение. Я помню, это был сериал «Темная дверь» или как-то так она называлась. Да ладно, наверняка осталось совсем чуть-чуть. О, знаете, на что-то отсылка? Я сначала думал, теперь я додумал. Видите лапки паучьи? Это ж Лимба. Чистилище, это Лимба. Отсылка на игру Лимба. Там тоже был паук такой. Да. Именно об этом я и говорю. Ривьера Сити. Крутейшее измерение. Да ладно, монет... Бэт Хамбарс. Привет. Трипл Драгон. Типа есть два дракона. Бэт Хамбарс, я не знаю, что это. Трипл Драгон. Опускает. Подбородок. Райн в Сити. Райн Соуман. Не помню, вот честно скажу. Эль-президенте, похитили ниндзя. Хватит ли тебе крутости спасти? О нет, подойди, Хуан, неужели... Эль-президент? Это крутейшее измерение, а не темнейшее. Прости, я запутался в этом порталах. Но, сдается мне, в следующий раз нам повезет Айда. Монать, вы понимаете, если я буду во всех этих измерениях потом еще играть? Это ж классно. Пуэбло, темнейшее измерение. Прибыли. Добро пожаловать в темнейшее измерение. Нам сюда. Я только сегодня играл в эту игру, ребята. Это у нас... Я сейчас даже скажу, как игра называется. Подождите. Оп. Игра называется Burrito Bison. Довольно интересная игра. Там ты... Три персонажа есть. О, враги. Но сейчас мы с вами... Подожди, но это темнейшее измерение. Я и сам поверить не могу, сеньоры. Чай Чива, какой ужас. Пожалуйста, расскажи, что произошло. Манай тут этих стариков. Чинил я велосипед, никого не трогал. Как вдруг вижу Сальвадора, ну... Того самого Сальвадора, который победил Калаку. И с ним было еще несколько чудиков. Волшебник, мертвая женщина-собака, говорящий кактус. Осторожно, шеф. Это не ступеньки. Манать.
Это ожидание убивает меня снова. Что? Ну уж нет. Давай я буду думать, а ты работать руками. Тихо. Мне нужно подготовить речь. Ну, с первым. Ага, золотая реликвия. Совсем скоро я доберусь до ступки. Просто музыка очень сильно орёт, ребят. Её священы... Да, это с... Сальсы подавился. Я силён как никогда. Золотая реликвия, значит, быть беде. Ага, Сальвадор забрал реликвию, и в нем стало появляться какой-то черные дыры. А вот скелет... Так, а от скелетов теперь вообще спуску нет. Как кость поперёк горла встали. Как ты вернулся? Чива номер 24, я тебя не заметил. А мы тут... Стойте, неужели это Хуан? Так и есть, единственный уцелевший Хуан. Тот самый, про которого я рассказывал. Он одолел Калаку в своем измерении. Спас Люпиту и остался в живых. Невероятно. Значит, это Хуан? Да. Что ж, ладно, единственный уцелевший Хуан. Сделай шаг вперед. Ты слышал о трех легендарных реликвиях? Нет. Сальвадор взял одну из трех реликвий, созданных Богом Времени. Но если эти реликвии потревожить, измерения могут начать схлопываться. Из-за дурных амбиций Сальвадора может наступить... Конец Мексивселенной. Ох, да чтоб я сдох, только не Мексивселена. Хон, отправляйся на восток в манговые леса и найди там Тустаду, хранительницу маски. Она поможет тебе найти священную маску. Эта маска понадобится тебе, чтобы одолеть Сальвадора. О, теперь у нас есть карта. Ну слушайте, карта довольно меньше стала. Намного меньше. Змеиный храм у нас, дивный остров, ад, обсидиновый храм. Так, у нас два храма есть, хорошо. Скудные земли, Бельчадор, манговые леса. Почему манговые леса? Это у нас вообще-то кактусовые. Нефритовый храм, поле агавы, пуэбло, тюрьма сердца. А вот управление. Так, дайте немножко музыку сделаю потише. Потому что она довольно сильно орёт. Думаю, я к управлению потихоньку привыкнул. Давайте посмотрим, что тут вообще в окрестностях есть. А, я даже кувырки делать не могу.
Только и разговоры, что о Сальвадоре. Сальвадор то, Сальвадор се. Ау, народ, а как же говорящий кактус? Не переживай, Хуан. Клянусь, мы вернем тебя домой, когда все реликвии будут в безопасности. Сальвадор был крут, когда одолел Калакул. Но сейчас он мне даже больше нравится. Он такой отчаянный. Надеюсь, он не разгромит всю Мексику. Хуан, судьба Мексик-вселенная в твоих руках. Тот нехороший человек что-то сказал о Салисе. Как же я рад увидеть Хуана живым. Да и опять, старина. Лес Гемес. Вот эта отсылка у нас на... Вселенная... Старс. Нет. Там еще типа героини. Рубин. Изумруд. Блин. Стив, там еще Стивен. Вселенная Стивена или как-то так. А-а-а. Буду знать. Ого, я видел Сальвадора бесстрашного змея. Я даже повесила плакат с ним, когда он победил Калаку. Он мне так понравился. Хуан? Хуан Авокадо? Живой? Выходит, Калака тебя тогда не убил. А, еще он сильно кашлял. Честно говоря, я его ни капельки не боялся. Просто не хотел разориться. Эль Хомблере против Эль Куэта. Это у нас отсылка на... Конана Варвара, кажется, если не ошибаюсь, старого. Уэлл Пантера. Это Черная Пантера, это фильм вышел недавно. Ну, как недавно, не знаю. Саша. Вот это я даже на самом деле не могу, не знаю, на что отсылка, но я могу ошибаться, но скорее всего это отсылка на... На Зельду вообще не похоже. Ну, на что-то отсылка, наверное. У нас тут жил один парень, который текилу гнал. Давно дело было. Ты на него похож. Может, вы с ним родственники? Вокруг того странного волшебника плясали курочки. И мне по... Так, или мне показалось. Ну и денек. Темные агавы. Ну, слушайте, в принципе, мы можем на этом с вами закончить. Так, как? Что? Карта пройдена на 0%. А, ну да, у нас же двери закрыты. В принципе, можем на этом закончить, так как уже время, ребят. Потом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.